На самом деле я вас всех люблю. Я вас люблю, ты сказал. Да, я готов помочь всем. Мы, говорит, пробовали это, обеспечить людей всем полностью. Так они, говорит, жиреют, лежат и ничего не делают. Я начал носить с собой Библию. Подожди. Это сильно. Я первый раз слышу, чтобы человек одновременно носил с собой Библию и Конституцию. Главное не перепутать. В Библии эти ключевые фразы есть. И они владычествуют над животными и скотами. Из личного опыта работы на тонком плане я существую одновременно чуть ли не в миллионах реальностей. Они смещены по времени между собой. Так у тебя с ними постоянная связь. Здесь нет никого, кроме тебя. Я понимал, что меня ведут. Я это все чувствовал. Я имею в виду высшие силы. И мысленно обратился к своему роду. Я почувствовал, как меня взяли за руку. Что у меня из груди что-то вытаскивают. Это было реально. Я лег, и у меня в голове никаких мыслей. Понял, что из меня что-то вытащили. И у меня больше нет чужих мыслей в голове. Я чувствую себя просто изумительно. У меня энергия прет. По поводу задержания до последнего. Я чувствовал, что мне туда нужно попасть. 9 суток в одиночке? Да. Получается, как в Библии. Ты туда приходишь на исправление. ИВС, райский сад? Получается, да. У меня там был приступ. Я только в одном увидел зачатки человека. Я говорю, у вас есть шанс стать человеками. Говорит, я боюсь с такими людьми разговаривать. Крути, верти, как хочешь, но человека из него сделай. Это тоже урок. Векселя работают. Ну, вы же согласились, вы же подпись поставили. Нашли свои счета за рубежом, с огромными нулями. Кто получил персону? Мужчина. Генетический профиль, нотариально заверенный и апостилированный Минюстом. Привязка к моему телу генетическая. Как мне документ-то? Думаю, напишу-ка я книгу. А когда нет цели, ну все. У меня знаешь, какая цель? Найти цель. То есть у них цель одна, это пенсия. На животное нельзя надеть маску. Ну не верьте, не ведитесь вы всему, что там написано. Живите сегодня и сейчас. Вам это впаривают намеренно. Будьте здравыми, мыслите разумно.